Кто-то по-любому из нас раньше запустил, я уверен. Первый на вручение аттестата. О, класс, молодец. А класс. Уроками, конечно. Чем мне еще запомниться? Уроки – это главное в нашей жизни. Без уроков мы не учились. В будущем, кем я вижу, самое главное, чтобы в будущем они были порядочными людьми. Вот это вот самое главное. Там профессия, профессия как профессия уже. Это такое дело наживное, и я надеюсь, что они ее, эту профессию, все-таки наживут. И все у них будет хорошо и замечательно. Очень, мы все журналы покрыты. А было такое, что срывали урок. Конечно, один из них вас вспомнился. Мама, нет на свете слова.
2013 року з вільної боротьби Арушанян Ерік. Чемпіон України 2016 року з вільної боротьби Давгалюк Роман. Чемпіон України 2015 року з боротьби вільної Довоносов Андрій. Атестат отримує Жмаченка Вероніка. Курогла Федор. Бронзовий призер чемпіонату України 2016 року з вільної боротьби Лавров Максим. Лавров Павел. Лактіонов Юхим. Лисенко Софія. Мельниченко Ксенія. Місовітов Рисуль. Мінєєва Ірина. Нугуманов Андрій. Чемпіонка України 2015 року з боротьби вільної Пасічник Ірина. Рехман Махіп. Твердохлібенко Аліна. Телпіс Павел. Вітаємо вас. Швидко минув час, рік за роком і дорослі ми. Сумно і весело, та позаду вже шкільні роки. Нас навчали, що прагнули до знання і ти. Ти до мрій своїх, хоч бувають нелегкі шляхи. Хоч бувають нелегкі.
вообще, я буду скучать. Я училась в самом крутом классе. А я всех люблю. Я никогда вас не забуду. Вы лучшие. Это все. Это все. Это все. В будущем мы желаем своим одноклассникам достичь высоких результатов в спорте, поступить туда, куда они хотят, и создать классную семью. А мы хотим, чтобы все были счастливы, здоровы, чтобы всех все было хорошо, вся дальнейшая жизнь хорошо сложилась и были успешны. Все это время нас окружали лучшие люди. Всем респект и всем удачи. Желаю своему всему классу в будущем всего самого наилучшего. А я вас всех очень-очень люблю, чтобы вам все было. Вы лучшие, братва. Я очень благодарна моему классу за все 4 года, проведенные с ними, за все эти улыбки и радость, которые они мне дарили.